Эй-эй! Ну что, ребятки, всем привет, с вами Дава. Новый формат, где сел, там и снял. И сейчас мы едем с компанией СДЭК с вот такими вот крутыми сигаретами, а именно сигарами от компании Кракен. Чем нам известна компания Кракен? Давайте-ка вначале разберемся в этом. Это продукт на сигарном листе, на сигарном сырье, который использует, да-да, именно то, ты угадал, чернила каракатицы. Правда, скажу я тебе, непонятно, что дают эти чернила в этом табаке, совсем-совсем непонятно, но вот с сигаркой все легко. Но так как нет альтернативы на рынке именно кальянным сигарам, кроме сатира, поэтому будем сравнивать с сатировской сигарой. Выглядит она вот так, продается вот в такой вот коробочке. Это уже плюс Кракену, в отличие от сатира. Потому что сатир, ну, не сказать, что самая крутая, охуевшая подача продукта. А сигара, да, возможно, крутая, но я еще не пробовал кракеновскую сигару, поэтому я не могу сравнить, что же пизже, что же круче курица. Поэтому я пока сравниваю по визуальчику, друзья. Что нас ждет внутри этой коробочки? Да, можно еще посмотреть вот здесь. Ну, первое, это полностью стеклянный тубус, полностью стеклянная тара, запаянная красным воском. И вот здесь ты видишь что-то золотое, напоминающее шарик. Я вам, блядь, признаюсь, я ее еще сам не открывал, я ее еще не пробовал, поэтому все мне очень интересно. Есть вот такая ниточка, за которую, в принципе, все это легко оторвать. И, блядь, вы просто представьте, ты приходишь такой гостю, показываешь вот это, даешь ему, и он такой: ебать, братик, блядь, сколько это стоит? Ты ему такой говоришь: чтобы это покурить, стоит, блядь, 15 тысяч хуев. Он такой: ебать, на тебе двадцатку, я хочу это попробовать. То есть, в такой вот упаковке, в такой таре, это реально легко продать в кальянной. Вообще, мне кажется. То есть, как делать нефиг. Теперь что? Я думаю, мы рассмотрели внешний вид. И давайте, наверное, уже разглядывать, что внутри. Но перед этим я хочу тебе напомнить, что таких сигары у меня две. Одну мы сейчас благополучно вскроем в кальянной, пока я до нее доеду. Потому что жду не дождусь, пока, собственно, я начну это делать. А вторую я разыграю в своем телеграм-канале. Досмотри обзор до конца, ныряй в телеграм-канал, постик там уже 100% будет. Не знаешь, как найти мой канал «Мысли в чашке»? Ссылочка в описании. Поэтому переходи, нажимай просто кнопку «Участвовать», и ты уже участник вот такой вот сигареты. Ну, а я поехал уже в кальянную, так что раз-два... Инструкшн. Выглядит это вот так. Есть вот такой вот ножичек и лопатка, чтобы все аккуратненько надрывать, аккуратненько открывать. И у меня есть чашечка. Я думаю, давайте не будем томить. Я сейчас буду рассказывать и все это с вами вместе открывать. А это у нас Сад Лаунж, Ростов-на-Дону. Будете как-то проезжать мимо, обязательно заезжайте. Я специально поменял ракурс, чтобы было интересненько. Короче, давайте все это открывать за золотую ниточку. Оп, сложновато. А, ну я справил. Да, оу, давайте, смотрите внимательно. Оу, вы понимаете качество? Не нужно пачкать руки, все на золотой ниточке. Как будто какашка, но выглядит очень и очень сочно. Я, знаете, что сделал? Я пойду сгоняю за досточкой. Угу. Так, я принес досточку. И давайте-ка мы все это откроем. Смотрите, просто как сочно. Ты не пачкаешь руки, по факту. Ты вот так вот все это достаешь. И выглядит это все вот так. Что тебе нужно сделать? Вот это нужно аккуратно вернуть обратно. Ладно, окей. Из информации, которая мне известна, все это делается вручную.
каким-то известным крутильщиком сигар. Ну-ка. Ух, как это пахнет. Давайте, смотри, далее мы берем ножик из комплекта. И просто вот так вот, грубо говоря, отрезаем. Сейчас, секунду. Вот эту вот сигаретку. Мы ее отрезали. Я думаю, нужно взять еще немного. Далее. Вот так вот все это засовываем обратно. Ну, короче, вы поняли. Надо было мне, конечно, подготовиться. Ну, ладно. Что у нас есть? У нас есть немножко порция. Мы опять падаем вниз. И сейчас я начинаю эту кальянную сигарету на досточке нарезать. Она очень хорошо пропитанная. Все очень интересно, здорово. Ну-ка. Я взял жопку, потому что мне показалось, что она очень сочная, мощная. Как по крепости, как по курению, я напомню, я еще не курил, но по сложности нарезания и чистоте, конечно же, кракеновская сигара покамись пизже, чем сатировская, потому что, чтобы вот так вот нарезать сатировскую сигарету и достать ее из пакета, в котором она находится, ты хорошенечко выможешься. Сразу скажу, хейта нет, потому что сатир — это единственный аналог данной продукции, либо это аналог сатиры, без разницы. Что я хочу сказать, сейчас подойдут угли, мы это все поставим греться, выглядит в чашке это вот так, и я вам уже зачитаю основную информацию, которую мне прислал производитель касаемо данного продукта, а именно сигары для кальяна от компании Кракен. А я напомню, что именно вот эту запечатанную ты можешь выиграть у меня в телеграм-канале, просто лишь перейдя туда и нажав кнопку «Участвую». И все. Все просто, братишка, все просто. Ладненько. Пойдемте за нашими уголечками и за нашим кальяном, соответственно. Ну, вот так вот, да, ребяточки, это Сад Лаунж. И кто будет в Ростове, знаете, что я здесь выхожу на сменки примерно 2-3 раза в неделечку, потому что мне скучновато. Так, давайте, у меня есть официальная переписка, официальные тезисы, которые мне прислала компания Кракен. Сигара специально приготовлена для курения через кальян. Сигарный бленд из трех видов сека, ароматный сигарный лист средней крепости из долины Джалапа. То есть, соответственно, мы это уже слышали, потому что Кракен делается из того же сырья. Никарагуа. Джалапа, Никарагуа, да. Вкус оригинальной сигареты без ароматизаторов. Сигара нарезается и закладывается в кальянную чашу. Имеет свойство для удобного устройства для удобного извлечения из тубуса и красивой подачи. То есть, да, реально. Представь, ты заказываешь кальянную сигарету, кальянчик приходит, вот так вот тебе ее показывает, надрывает, открывает и вытягивает, вы ее так дают тебе вот так вот, ты такой понюхал, он такой и идет тебе ее делать. А было бы прикольно, если бы он садился рядом с тобой с красивой доской, все это аккуратно, эстетично, блять, нарезал, положил тебе в чашку, закинул туда угли, разогрел как положено для брата, и ты такой: идем дальше. Рассчитано на 7 кальянов с забивкой по 10 грамм. Ну, я как минимум только что в чашку захуярил 3 чашки. Ну, это я не знал. Картонная упаковка, тубус с сигарой, залитый воском. То есть, ну, блядь, ты понимаешь, Вася, да, ебать, блядь, это не хуйня здесь. Вот такая вот, блядь, ну, стоит нормально. Поэтому ты ее можешь выиграть. Прайс. Давайте посмотрим прайс. Я его вот сюда вот вставлю, но все равно тебе продиктую. Лично для тебя одного, для дома, прайс на вот эту сигарку стоит 2490, возможно, сейчас 2500, а возможно, цена осталась. Для кальянных, кто хочет себе вот такую сигарку, 2100. Ну и магазины, ритейл, 1890. В принципе, очень и очень круто.
А я думаю, нам пора все это взорвать. Не-не-не, не просто так. У меня есть вот такая вот хуетень от CVP дизайна, которая очень как бы дороговата. Так как мы курим дорогую сигару, что-то из-за премии и хуемии, то нужно как бы соответствовать. Да, хорошо. Крепковато. Подсушивает. Но при этом мягко. При этом, да, чувствуется сигарка. Это сека из джалапы. Уйгуры меня поймут. Это сека из джалапа. Это очень круто, это накуривать. Я обязательно сейчас это докурю, но надо закончить с вами. Короче, давайте подведем итоги. Сигара от компании Kraken. Очень здорово. Начиная от внешнего вида, заканчивая комплектацией, да, а именно качество и все остальное, это прям шик. И сравниваем, да, ну, блядь, прости, сатир, но как мне с тобой это сравнить? Отдал бы я предпочтение Кракену именно по визуалу, да, стопудово, у Кракена визуал круче. Отдал бы я удобство Кракену, да, удобнее забивать, удобнее нарезать, это эстетичнее, это удобнее и это чище, да, поэтому здесь выигрывает Кракен. Отдал бы я качество курения, саму сигару и прочее между Кракеном и Сатиром, то я на самом деле пока сомневаюсь в ответе, кому из этого отдавать, нужно все же лучше все это прокурить, поэтому что лучше, Кракен или Сатир, я, наверное, напишу у себя в телеграм-канале. Почему? Потому что ты все равно туда зайдешь, ведь там мы будем разыгрывать вот эту вот сигарку. Ссылочка на канал, соответственно, в описании. Это был Дава Дым, это Кракен Шмракен. Увидимся!